Здравствуйте, дорогие дачники! Я рада приветствовать вас на своем канале «Сад чудес». И сегодня я проведу вас по своему саду, покажу, что у меня выросло. Все уже отцветает, нарциссы отцветают. Под пленочкой у меня посаженные розы, я ее затенила. У нас такая жара стоит, третий день просто 30 градусов. Ничего сажать невозможно. Сейчас покажу вам. Расцвела купавница. Оранжевая и желтенькая. Вот расцвела пока только оранжевая. Красивая. Ярко-ярко-оранжевая. Вот еще нарциссики некоторые цветут. Примулка, которая мне такая нравится, розовенькая, желтеньком, полном цвету она. Эти уже отцветают, а она такая насыщенный такой цвет, очень красивая. Нарциссики пока. Желтые ромашечки расцвели. Потихонечку уже весна входит в свои права. Уже мускарики стали не такие. Были яркие, а теперь уже более поникли, стали бледненькие. Шеловидный расцвел флокс. Беленький обильно расцвел. А вот другой не очень хорошо. Подмерз, видно. Зацветает, может, он попозже. Но что-то не очень так красиво. А вот беленький красиво расцвел. Построили мне сегодня теплицу. Бочка, видишь, в которой я жгла мусор. Хороший вид затеняет. А потом я вам поближе покажу. Внутри я вам уже показала. Так красиво все. Конечно, работы еще много. Надо еще, конечно, вот все это что-то перекапывать, уже травка, полоть надо. Ну и чего, красота. Все равно. Желтая примулка на высоких ножках, в таком полном цвету. Красиво. Тюльпанчики уже отцветают. Львиный зев посадила. Вот жарко, но ничего, стоит. Нормальный. В такую жару, конечно, все любит тенечек. В тенечке все красиво цветет, а на солнышке все вянет, увядает. Белые мускарики расцвели. Красивые. Зацветает слива. Красиво. Тут у меня желтая слива. Она мне очень нравится. Слива желтенькая. Слива вся в цвету. Цветет так здорово, красиво. Очень красиво. Слива цветет. Сажаю свою розочку. Флорибунду, пастель. Выкопала ямочку, положила туда удобрение для роз Гера, 2-3 столовые ложки. Затем пролью с корневином водичкой. Корневином водичкой и засыплю перегноем, ведерочкой перегноя. Все опять полью с корневином и притяню от солнышка. Корневая шейка должна быть обязательно присыпана и сверху еще раз полить с корневином.
розочку посадила. Это у меня чайно-гибридная, называется Аскот, пионовидная. Шеечку я заглубила, полила. Теперь покажу другие. Рядышком растет ромашечка. А эту розочку я посадила несколько дней назад. Она такая высокенькая, пастелла. Тоже все присыпано хорошо. И вот там вдалеке покрытая у меня розочка Берседес. Она какая-то слабенькая, я ее от солнышка прикрыла. Все, я прощаюсь с вами до следующего раза. Пока! Всего вам доброго, успехов!